где-то есть горыши. Пойдем. Руки назывались по-разному. То есть вот левая и правая рука, они не назывались как сейчас левая рука, правая рука. Это долго, это длинно. То есть одна рука называлась правая рука, например, рука, угу. А левая рука называлась вода. Угу. Ну, вода в смысле как вода. Вот тоже. Но прикол еще в том, что у нас из этого появляется слово руководитель. Il tempo è perfetto, non sembra che autunno, stiamo camminando a mezze maniche, io e il mio amico qui, Sergei, stiamo andando a vedere una chiesa, siamo quasi arrivati, che ci hanno consigliato gli abitanti del posto, ci hanno detto che è costruita su un'antica fonte d'acqua che viene proprio, proviene dalla terra. Ponte limone. Они сказали, что это одно из самых сильных мест силы L'acqua è abbastanza fredda, non so se mi faccio il bagno oppure no. Ci si deve immergere completamente in questa pozza di acqua naturale. Солнышко, чтобы не замерзнуть. Не холодно, кажется? Купели не нырял, поэтому это, наверное, как-то... Или не надо? Надо было три раза нырнуть, все два только нырнул. Блин! Дранички, дранички, вот, дранички, белорусская народная. По-белоруску, все по-белоруску у нас. Тор, и белорусский, белорусский народный торт. Белорусский народный торт. Чувствуй сердцем жизнь.
едем в Минск. Типа задом, кстати. Здравствуйте. Здравствуйте, 34-я. Siamo arrivati a Minsk, adesso ci stiamo dirigendo a casa di Jura, è un ragazzo che ci ospita su Couchsurfing per due notti fino a venerdì. Jura mi ha lasciato tutte le informazioni dettagliate per come raggiungere il suo posto, che è grande, è proprio organizzato al massimo. А что ты принимал много на Couchsurfing, получается? Ну вот в течение, пока был коронавирус, и пока, и соответственно, 2020-2021 год, здесь, ну, в Беларуси каждый день по 5 человек просились, ну, это только просились, постоянно у меня был номер телефона выставлен, но потом на него выставили там поступать, типа, сообщение там, а в вашем хостеле есть места? Я такой, я уже хостел, классно. То есть бывало, что останавливались там... Девочки приезжали один раз, две подружки приезжают в понедельник на два дня, одна в среду и две в пятницу. Ну окей, ну типа. В итоге у одних поезд сместился, у вторых самолет назад, и все пятером приехали в один день. Горем. Да, поэтому, ну, в принципе, разместиться как бы можно было. Так и жили. Даже с кем-то уходишь на всю ночь в бар, кто-то в это время здесь... спит, живет. С утра приходишь, наоборот, сменяешь, ты весь день спишь, отсыпаешься после бара. Юра, non mi poteva dare un benvenuto migliore per un italiano, la pasta fondamentale. Грация, Юра. Просто уж переставил на российский. Сейчас уж там никак не изменить на Минск. Abbiamo messo anche shishi in ammollo. Facciamo una bella pasta e shishi domani. Favolosa. Yeah.
через грязь к свету идем, вот. Из за Сашей Дремук. Из грязи. Да. Слышь? Da una settimana a Minsk che non prendevo la telecamera in mano, quindi è importante un po' ogni tanto staccare, entrare in un ambiente diverso, in un bosco. Vorrei fare anche un ringraziamento a Michele Giovagnoli e alla comunità di Essere Solare che in questi mesi mi ha permesso di dare un po' di concretezza a ciò che sentivo da tempo, che... ma che invece non aveva ancora forma. Кричи лучше туда, там в лес, а лучше как бы туда. Так я на него буду кричать. Лес не беспокоит, так вы поменяйтесь местами. Давай. А зачем? Вот туда вот. Чтобы энергия плохая уходила в ту сторону. Не на вас. Не на вас и не на нас. Теперь на итальянском. На капито. Non ci dimentichiamo gli insegnamenti di zio Sasha. Se si può con una busta e si raccoglie la spazzatura che si incontra lungo la strada per ripulire il bosco, per ringraziarlo di averci ospitato. Саш, пойдем. Я Саш. Я унисекс. Нет, унисекс. У меня есть 8 девочек.